Ни одно чаепитие не обходится без свежей ароматной выпечки. В каждой семье, где по достоинству ценят вкусные и натуральные свежеиспеченные изделия, можно увидеть продукцию брянского хлебокомбината «Каравай». Очень нравится мне продукция «Каравай», где работает генеральный директор «Каравая» Виктор Васильевич Кучеревенко. Покупаю продукцию всегда у него. Я лично сама всегда беру только продукцию «Каравая». Не знаю почему. Хороший хлеб весь, но мне нравится именно «Каравай». Нравится хлеб, сухарики я беру, хлебушек, булочки всегда у них беру. Всегда, постоянно. Очень хороший у них бородинский хлебушек. Как всегда, мастерицы «Каравая» специально для выставки подготовили необычную выпечку. Витрину с продукцией украсили сюжетное панно из теста и символ хлебокомбината – веселый колобок. Для оценки экспертов конкурса в этом году «Каравай» выставил бездрожжевой хлеб «Богородский». Сухари с сахаром, сухарики-новинка с луком, баранки ароматные, печенье с домом. Хлебцы по-московски. Эти изделия, как и весь ассортимент брянского хлебокомбината, отличаются высоким качеством. Вся продукция брянского хлебокомбината «Каравай» натуральная и не содержит вредных добавок. Ведь главный девиз «Каравая» – чем натуральнее, тем полезнее для здоровья покупателей. Игорь Мирчук, Александр Симонков, Евгений Седачев. События Брянск.